Рождение ребенка – важное событие в жизни каждой женщины. Однако не менее ответственное оно и для государства. На свет появляется новый гражданин. Как правильно оформить свидетельство о рождении, куда обращаться за перечнем необходимых для этого документов и какие нюансы при этом стоит учесть? Об этом вели разговор представители управления юстиции и городского ЗАГСа. Женщина, она более как-то идет, раскладывает все по ступенечкам, по полочкам. И придя домой, она точно так же разложит мужу пакет документов, который необходимо будет, и отправит его в отдел ЗАГС для того, чтобы получить документы о рождении их малыша. Мероприятия в таком формате в областном роддоме проходили впервые. По мнению организаторов, это важно и нужно мамам. Как только они покинут стены медицинского учреждения, первым открытым вопросом станет получение документов ребенка. В Брестском областном роддоме именно в таком формате акция проводится впервые. Но я думаю, что в будущем мы надеемся на сотрудничество с областным роддомом, потому что нам очень понравилось такое общение. Особое внимание организаторы акции уделили такому популярному вопросу, как выбор имени будущему малышу. Сегодня на некоторые в областном центре даже существует мода. Например, вот уже несколько лет не теряют своей популярности такие женские имена, как София, Анна и Анастасия. Среди мужских – Артем, Максим и Матвей. К слову, всего в День матери в областном роддоме появилось на свет 10 малышей. Из них 6 мальчиков и 4 девочки.